Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, сегодня я получаю 2000 монет. Так, дальше 5 боулинг луковиц. Давай, давай, давай. Ага. Так, и 5 энергии. Это на Пенни Пурсуит. Ну и все. Ну что, начнем с ивента. Дай-ка я гляну, что у нас тут за ивент такой интересный. Так, не дайте раздавить цветочки. Угу. Не дайте раздавить цветочки, блин. Я попробую, конечно, не дать раздавить цветочки эти. Блин. Ай-яй-яй, как неприятно. Так, орех. Орех. Потом сюда этого поставим. Еще один орех. Так, этот мелкий не справляется, ребят. Давай, давай, давай. Ну что там за подглючивание, не понимаю я. Так, поставим сюда тоже орех. Шипастая лужайка. А вот это вот неприятность. Блин, ты посмотри, что творится-то. Пока только вот такой вариант я видел. Зря я, наверное, так сделал. Так, лужайки, лужайки, лужайки шипастые нужны везде абсолютно. Ядрить тебе на корень. А как же без гаргантюа? Конечно же, ребят, сейчас начнет тут колбасить. Ну что, влупим? Пипец, влупил. Сейчас размажет нас по ходу дела. А ну-ка. Так-с. Лужайка, 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 давай. Что за ивент-то такой жесткий, лютый? А? Скажи-ка мне на милость. Идет, идет паршивец. Так, я ему туда шипы подсунул. Подсунул. Вот здесь тоже нужно подсунуть. Так, ребята, грибы, грибы бледнеют. А если они бледнеют, это говорит только о том, что они сейчас исчезнут. Блин, только и ломает, а? Посмотри на него. Это сложный ивент. Я его, смотри, только угощаю. На тебе прям под самые ноги. И зачем вот это вот мне нужно здесь? М? Так, он знает, что не делает? Не дают мне больше листочков, к сожалению. Но вроде бы прошел. Так, это что у нас там? Это мята. Так, боулинг, луковицы и 1000 монет. Ну что, давай я, наверное, еще разочек рискну пройти. Надеюсь, получится. Ну что, у нас второй этап.
Поехали. Так, орехи. Ладно, орехи пускай пока здесь стоят. Зомби. Зомби нападают. Давай. Ну чё так долго-то? Так, здесь, наверное, придется вот так вот сделать. Так, наверху у нас зомби с ведром. Что тоже не есть хорошо. Этот мелкий там еле плюется. Плюк-плюк, плюк-плюк, что-то там делает. Вот они прилетели. Что за подтормаживание вот это вот меня раздражает прям. Так, это уберем, вот сюда поставим. Окей. Вот куда ты летишь, а? Разогнался он там, летит. Идет, идет, топотун, блин. Так, шипы ему поставим туда, под ноги этого гаргантюа несчастному. Ну, бомби давай. Слушай, по-моему, он сейчас пройдет. Не, не прошел? Не, вроде не прошел. Пока вроде бы не прошел, все отлично. Держимся, блин. Изо всех сил. Смотри, что делать, а? Понятное дело, бомбит. Он один орех за другим уничтожает. Знаете, шипы под ноги. Лови еще. На грибок. На орех. Еще орех. Вот и все. Достучался. Стукачок. Угу. Так, отлично. Замечательно. Ну что, с ивентом покончено. Давай теперь смотреть, какие у нас тут есть задания. 10 тысяч монет. 10 тысяч монет у меня есть. Забрать все. Так, что у нас тут? Вот это вот будем проходить, да, я так понимаю? Блин, только не говори, что ты сейчас зависнешь. Ну что, вроде прогрузилось. Вроде прогрузилось, давай посмотрим. Так, 20 за 5 тысяч. И мы сможем улучшить, да? Блин, маловато. Не хватает, нам еще нужно 7. Так, где у нас бесплатный бесплатный пак? За 65 штук всего лишь? Или вот это все входит в комплект? Наверное, все входит в комплект. Угу. Вот она. Вот она моя бесплатная пиньята. Ну что это? Ну это несерьезно.
Да. Думал, что-нибудь путевое дадут, но не тут-то было. Сколько у нас энергии? Давай посмотрим, мы сможем допройти хотя бы до пиньяты. Слушай-ка, можем. Давай, пробежимся тогда. Ох ты. Электрический камыш. Так, ну здесь я однозначно, наверное, возьму вот этот. Так, тут у нас этот циркач еще. Обязательно этого возьмем. Так, так. Джека. Гриб. И... да, наверное, и все. Особо тут больше не... ну, давай вот так, на всякий случай. Блин, еще есть место, все. Попробуем. Сейчас мы вот этого поставим. И все отлично. Так, Джек. Ничего даже не успел сделать, чувачок. На тебе. Ну что, пока все идет идеально, ребят. Так, внизу мне не нравится. Надо что-то поставить. Тут один лишь камыш у нас стоит. Блин, с энергией, конечно, беда какая-то прям. Хотя мы и так справимся. Тут осталось-то шиш да не шиша. Все? Все. Так, ребята, ну что, сейчас проходим и получаем эту пиньяту. Или 10 карточек, я не знаю, что там будет у нас. Вот оно как. Так, мы не должны допустить, да, чтобы раздавили. Блин, опять этот суперздоровый Гаргантюа идет со своей гирей. Ладно, возьмем Джека, возьмем. Так, так. И гриб. Где мой грибок? Вот он. Поехали. Блин, я этого не взял. Твою налево, который могилу уничтожает. Ай-яй-яй-яй-яй, Рэй, ну как же так-то, а? Ну как же так? Ладно, будем пока так справляться как-нибудь. Бомб-гранат. Так, сейчас Гаргантюаха пойдет, 100%. Окей. Вон он идет, 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 хламунище. Здоровое. Да. Слушай, а вот это зря. Да дай ты мне его уничтожить-то. Так, ну что, прошли, да? Прошли мы здесь. Ну что там, клоуна этого не можете завалить, что ли? Ёпрсте.
Вот и все. Так, можно мне забрать и посмотреть, что у нас тут выпадет. 15 пеньков. Оу. 15 тайгер-грасс. Сельдерей. Горохострел. Мега. Так, 20 рубарбариана. Луковички. 5 штук. Слушай, ну неплохой. Неплохой был пак. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, нам должно хватить. Нам должно хватить до последней награды. Так, ну что? Ё-моё, лава-гуава. Тут эти замороженные почему-то. Ну, само собой, здесь нужно тогда брать огненных. Так, где у нас там? Давай возьмем вот это, наверное, еще. И... и грушу. Поехали. Здесь стоит. Ну что, комочки запускаем. Да, тут он, конечно, сейчас будет не сдобровать этим клоунам. Слушай, а что он делает у нас? А, вон он как. Снежки бросает, да? Сверху. Ну, тут вообще как-то легко все. Упс. Так, ребята, идет гаргантюлаха. Давай сюда. Бомб-гранат. Вот и все. Вот и нету здорового гаргантюа. Мы его уничтожили. А этим я даже воспользоваться не успел, прикинь. Жаль, конечно. Ну что, следующая миссия у нас. Давайте, покажите мне. Орешек здесь. Да, твое имя — полный идиот. Что ты сказал? Твоему дьявольскому плану не должно, как говорится, свершиться. И твои зомби из цирка тебе не помогут. Заткнись. Угу. Так, ну что у нас тут? Наверное, мы возьмем Джека. Так, и мне нужен вот этот вот парнишка. Плюс, ко всему прочему. Так, а что тут париться? Тут особо, ребята, ничего такого нету. Страшного, так скажем. Так, так сделаем и... рис возьмем. Ой, подожди, какой рис? Какой еще может быть рис? Вот кто мне нужен. Поехали. Пока тишина. Угу.
Ну, вот так вот пока сделаем. Ну, все хорошо идет. Блин, вот это вот замирание, ребят, я не знаю, почему происходит. С какой-то периодичностью. Гриб с маской Джейсона. И все? Вообще проще парень репы. Да, мы получим с тобой карточки на Тайгер Глаз. Это 100%. Ну что же. Шарманчик, зомби шарманчик. Так, там у нас солнечный помидор. Солнечный помидор. Так, давай-ка, наверное, еще возьмем грибок. И последний это будет у нас ну давай жабу возьмем. Солнечную. Солнечная жаба. Не надо только вот этого вот. Блин, мне бы... Блин, Джек бы мне пригодился бы сейчас. Ай-яй-яй. Что-то как-то все пошло не по плану. Ну где там этот? Ёк-макарёк, а там-то он идет. Буржуй. Типа его и не видно, да? Притаился. Замечательно. Так, Джек, выручай. Блин, это еще не конец, что ли? Нет, это еще не конец. Ну что, заряд сделаем. А в кого? Непонятно. Слушай, у нас как раз получается тютелька в тютельку вот эти вот энергии, которые нам дает, чтобы пройти этот, это событие. Угу. Ну, здесь мы возьмем тогда следующее. Джек. Так, так. Так. А, гриб. Чернику. Ну, давай возьмем орех взрывной и... Вот так вот. Ну что, поехали. Так, эти еще нам дают солнце дополнительное, да? Это хорошо. Это хорошо. Пруд. Ну-ка, бомбани по ней.
сюда поставим. Идут, армада, блин. Еще залп. Замечательно. Так, ну это еще не конец. Это еще не конец. Еще сделаем взрывчик. Ну и все, в принципе. Тут уже им... Подожди. Еще будет одна волна. Еще, ребята, будет одна волна. Так, давай сюда удобрение. Все, походу, дела. Так, ну что? Последний у нас этап здесь остается. Мы проходим, получаем с тобой карточки на Тайгер Глаз. Ну что, у них тут все хорошо, говорит. Надо еще немножко, говорит, продержаться. Сейчас продержимся. Хью. Нифига тут они сколько этих. Так, так. Сделаем, наверное, вот так. Тут на ходулях еще и, блин, эти гаргантюахи идут. Возьму Джека. И что? Что еще мне тут лучше взять? Ну, давай рис. Нет, не рис, а вот этого. Поехали. Ну что, давай ломать. Так, этот-то куда у нас тут разогнался? Чучело. Нормально. Так, опять этот на ходулях прет. Давай, давай, давай. Затормози. Сникерсни. Вот и все. Ага, нет, еще один там внизу. Заблудший какой-то. Ну, теперь-то все. Да чтоб тебя, а. Да, ребят, теперь все. Сколько вы мне дадите этих карт? 50? Серьезно? Вау. Итого мне становится их 195. Слушай, это круто.
Это круто. Так, дай-ка я заберу все, во-первых. Еще 3000 монет, да, получается. Так, и к себе на огород. Забираем, забираем. Тут сажаем. Так, Жужу, ты где? Жужу. Вот она. Так, будь добра, вот это вот. Спасибо. Так, ну что? А да куда ты опять-то сюда лезешь, ну? Медом тебе, что ли, там намазано? Ивент. Вот этот, ребят, я хочу попробовать пройти. Давай-ка глянем. Ну что, зомби, фараоны, все дела, как обычно. Горохострелы. Три стрелы. Так, еще три стрелы. Пенек. Пенек, это хорошо. Будет усиливать. Так, внизу у нас ничего нету, да? Хорошо бомбим. Ну, тут вообще шансов у зомбарей нету, чтобы пройти. Сам все прекрасно видишь. Если я еще вот так сделаю. Или вот так вот, например. То есть, прикинь. Просто усилили по полной программе наши пенечки. Как газовая горелка, блин. 16 тысяч монет. А у нас там, чтобы прокачать, нужно 20 тысяч, да, монет? Заберем один кристалл. Офигеть. Один кристалл. Так, ну что, мы двигаемся дальше. Сфига ли вы меня сюда-то кинули? Вы меня, пожалуйста, на события отправляйте, а не сюда. Бросили они. Ага, Гаргантюа. Здоровый, тупой Гаргантюа. Каменные шипы, ладно, фиг с ним, пускай будут. Так, сюда поставим. Сюда. Так, уже что ли бежит? Где он там? Да, друзья мои, вон он внизу шоркается. Слушай, он там не один. Ёлк-макарёк. Давай-давай-давай, жарь по ним там, по всем. Ага. Захотел он там чего. Ну,
Ну и тут все хорошо у нас получилось. Так, ну что, переходим на следующий этап. Третий. Давай, прогружайся. Так, здесь у нас, блин, костеплюй этот. Чтоб ему неладно было, а? А чё они мне только пеньки-то дают, эй? Пеньки да мины, молодцы. Зашибись. Твою налево, блин. Да ну это несерьезно. А он что, сгорел пенька, что ли? Я не понял. Или он взорвался? По-моему, взорвался, ребят. Давай, 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 давай этого с ведром на голове. Такс. Так, то, что мины-то, это ладно. Буря в пустыне, блин. Прилетели тут тоже мне охламон несчастные. Так, а внизу-то у нас всего лишь один тут стоит. Так, вы так и будете, что ли, блин, до самых этих, блин? До окраин. Свой этот... песочную бурю выставлять. Окей. Пока вроде бы все работает. Упс. Ну вот и все. Довольно легкое какое-то событие, если честно. Давайте-ка мне следующее. Получается, это будет сейчас четвертое. Так, опять фараоны всякие. Так, фараоны, три стрелы и пеньки. Так, наверх этот бросает там кости, а? Смотри. Этот охламон бросает там кости. Что-то вот это мне не нравится. Ну что, вдупляем, наверное, да? Или как? Я так сделаю, наверное, все-таки. Что-то у вас тут как-то слишком много.
Блин, идут, прут и прут, а? Так, неужели справились? Все отлично. Ну что, последний этап. Остается нам пройти, и, в принципе, все. Поехали. Ну давай ты грузись уже быстрее-то. Так, пенек. Он один тут, да? На всю окраину. Ух, ё. И летающие, зашибись. Кого там только нету. Да ты серьезно, что ли? Так. Слишком что-то их тут много. Так, вон там еще один идет наверху. Так, поехали. Сгорел, да, чувачок? Ну и по делам ему. Что, еще будут какие-то вопросы? Вопросы будут. Нет, еще не конец. Еще не конец, друзья. А вот теперь, по-моему, все. Ну, как по мне, это было вообще легко. Легкое событие, на самом деле. Давай посмотрим, что за награды. Так, пиньета. Угу. Повар Лили. Так, васаби. Хурикали. Так, сельдерей. И крокодил. Так себе, если честно, ребят. Так себе. Я рассчитывал на что-нибудь посущественнее. Так, ну что, друзья мои, давайте, наверное, на этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!